наконец это все и закончилось. Как же мы смогли все пережить? Мы всегда старались вам дать только лучшее. Только как же всем вам угодить? Мы помогали все уроки делать вам и писали рефераты по ночам, помогали подбирать литературу. Всегда мы писали в соцсетях вашим друзьям, чтоб узнать домашние задания и освободить вас всех от физкультуры. За спасибо мы для вас все делали, лишь за спасибо. С неба звездочку лишь за спасибо, чтобы вы сегодня радовали. Вы всего добьетесь в жизни постепенно. Твердо верим, что непременно счастье и удача ожидают вас. Мы старались делать все для вашего же счастья и хотим, чтоб не напрасным были все наши усилия. Мы старались защитить, когда вокруг опасность, оградить вас от ненастья. И все добро за спасибо. Когда вы что-то плохо делали, за вас потом краснели. Мы в школу вызывали нас, а дома мы ругали вас. Потом на пальцах долго объясняли. Жизнь вам! Хотя казалось, что терпение лопнет. Бам-бам! Все эти годы мы вам помогали, уроки учили, на шторы сдавали, плакаты рисовали, сценарии писали, в музеи возили, в пути развлекали. Все эти годы уроки вы учили, и вот сегодня аттестат вы получили. И чтоб этот день у вас в памяти оставить, мы пришли на сцену, чтобы вас поздравить. За спасибо мы для вас все делали, лишь за спасибо. С неба звездочку лишь за спасибо, чтобы вы сегодня радовали нас. Постепенно вы всего добьетесь в жизни постепенно. Твердо верим мы, что непременно счастье и удача ожидают вас. Потому что сложно объяснить словами и сказать, как сильно мы гордимся вами. Да вы это знаете уже и сами. Учителям отдельно огромное спасибо за знания и душу, что в детей вложили. Вы будете гордиться вашими выпускниками. Спасибо, спасибо всем, кто в этом зале, что все это время детям помогали. А мы большой семьёю в гимназии мы стали. Всем спасибо. Плакаты рисовали, сценарии писали, в музеи возили, в пути развлекали. За спасибо мы для вас сделали, за спасибо. Все эти годы мы вам помогали, уроки учили, на шторы сдавали. Вот наконец это все и закончилось. Как же мы смогли все пережить?